Миша, ты забыл, как дворник Терентий мазал веник говном и гонял тебя по всей улице? А кто тебя спас? Кто кричал, чтобы он перестал издеваться над ребенком? Мадам Глигберг, я все помню прекрасно. Вы же мне как двоюродная мама. Да? Mm. Тогда скажи Шурке, чтобы он хорошо относился до мамы. А он что, не? А он нет. Он ведет себя так, как будто он мне не сын, а я ему не мама. Раньше он мне все рассказывал, и то, и это, а теперь нет. Он теперь приходит, кидает мне жменю денег на стол, как за постой. А зачем маме деньги? Маме надо, чтобы ее просто поцеловали. Костя, а ну приведи этого Шурку. Сейчас я ему накручу, мадам Глик. Сейчас. Я ему скажу, что мама это первая. Конечно, Миша. Он будет целовать вас, клянусь. Если вас не целовать, то кто потом вспомнит за нас? Да. Шура! Это что за дешевые мансы, Шура? Я вами расстроен, Шура. Вы обижаете родную маму? Обижает, падла. Так вот, чтобы вы слушали родную маму и рассказывали, что и где вы делали. Это в Англии король сидит на жопе с короной между глаз и ни хрена не знает. А в эту тронную залу люди приходят запросто. И если у кого горе, тут же до меня. Особенно старики. Шура, мы же вышли из них. И примеряем до их свои дела. Если мы забудем стариков, то кто потом вспомнит за нас, Шура?